Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим туристический карманный нож от компании Ганза, модель J722, оранжевого цвета. Поставляется в фирменной упаковке. Компания Ганза — это китайский производитель. Вот. Так, в комплекте у нас имеется тряпчатый чехол для ножа, сам нож и гарантийный талон. Нож довольно-таки увесистый, вес его 225 грамм, в сложном состоянии 12 сантиметров, длина, общая длина 21 сантиметр. Длина клинка 9 сантиметров, вот, сталь здесь идет каленая, 440C. Заточка прямая, вот, и толщина самого клинка 0,4 сантиметра. Вот рукоятка наполовину металлическая, наполовину из стеклопластика. Это композитный текстолит, он еще по-другому называется. Имеется прижимная пластина. Вот, и замок здесь используется фрейм. Фреймлок. Вот так вот. Давайте посмотрим, насколько хороша заточка заводская. Попробуем с торца порезать лист бумаги. Как мы видим, без проблем с этим справляется нож. Довольно-таки неплохая заточка. Дополнительные характеристики и стоимость такого ножа вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.